Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Ирина. И сегодня я хочу вам показать мой наряд дня. Я сегодня покажу вам японский стиль, как одеваются в Японии. Ну, в принципе, может быть, этот стиль, он подходит для всех. Все, что будет на мне, это Uniqlo, одежда Uniqlo. Я являюсь поклонницей Uniqlo, поэтому практически вся одежда, это будет одежда Uniqlo. Итак, сейчас на мне майка Uniqlo. Так как у нас днем тепло, а утром прохладно, я выбрала вот эту вот майку Uniqlo. Она очень классная. Дело в том, что здесь есть, значит, ее можно носить просто на голое тело. Здесь есть подушечки, которые держат форму груди. Поэтому можно ничего не надевать, а и не заморачиваться. Все очень аккуратно и красиво выглядит. Следующее. Здесь на мне ремень. Я не покупала его в Uniqlo, это японский тоже бренд, сделан на Японии. Очень-очень классный ремень, удобный. Ремень сделан интересно. Здесь нет отверстий, дырок, а есть просто металлический круг. Ремень из очень хорошей, качественной кожи. И вот таким вот образом просто вдеваете это все. И он и ремень держит. Все, больше ничего не надо. Мне всегда нравятся ремни такие, знаете, необычные. Я считаю, что этот ремешок очень интересный. Следующее, это белые брюки на мне. Это Uniqlo тоже. Белый цвет я очень люблю, потому что он, во-первых, благородный, во-вторых, его можно надеть подо все, и с белым цветом можно тоже сочетать все, что вы захотите. Итак, также я ношу браслеты серебряные, кольца, и здесь у меня это бренд Rouge и английская, я уже не помню, купала. В общем, тоже женщина-дизайнер делает. Халат, это тоже Uniqlo, такое платье-халат. Оно, его можно застегивать и можно тоже брать под ремешок. Вот так накинула. Сюда наверх берет. Сейчас нормально будет с беретом ходить. Сумка Rouge. И обувь — это лоферы. Это тоже Uniqlo коллекция. Продается. Я была очень удивлена. Между прочим, они мягкие, удобные, очень классные. И вот такой вот у меня будет сейчас образ.